Зара и Антон Цихрулидзе остались в проекте, потому что могут смело сказать: мы вам еще покажем Кузькину мать. Нет, Марат, Кузькину мать они покажут тогда, когда у нас будет день песен, посвященных Хрущеву. А сегодня они покажут нам мюзикл «Шахматы». Я считаю, что последний наш прокат, может, он был не лучше, но не хуже. Мы не заслужили таких оценок. Некоторые номера у нас получаются, некоторые не получаются, но мы их делаем всегда очень честно и искренне. И, конечно, хочется такой же адекватности и со стороны судей. Мы взяли музыку из мюзикла «Чес». Это легендарнейшая композиция. Номер сделан по мотивам все-таки этого мюзикла. То есть будет шахматная доска, будет белая королева, будет шахматист и будут взаимоотношения. Прямая спина. Блин, за волосы тебя не могу взять. За прямая спина уже. Да не из-за этих. За прямая спина сразу уже замечательно. Уходи. Антон, а давайте попробуем. Подожди. Сюда. Вот это вот не надо точно делать. Знаешь почему? Потому что у меня грыжа. По-моему, уже. А у тебя нет? Нет грыжи? У тебя аппендицит, по-моему, уже. Зар, ну не пукай. Давай, вставай. Ну, Зар, вставай, ты чего несешь? У нас было несколько этапов развития отношений с Антоном. Поначалу я его боялась, потом я его стеснялась, а сейчас уже и понимание пришло, и все, и тут, нате, такие оценки, понимаете? Обидно. Так все должно быть, кстати. Да. Угу. Вообще, такое горе, оно как бы сплачивает. Но какое горе у тебя? Ты знаешь, у меня что-то умерла в тот день, когда я получила эти оценки, потому что настолько я стараюсь, настолько я живу этим проектом, столько сил. Зара, но ведь кто-то должен был получить эти оценки. Согласна. Ну не мы. Ведь кто-то все равно должен занять последнее место. Давай возьмем это на себя. Давай. Зато, ребят, освободим от этой ноши. Мы же сильнее. Благородный Антон Цихрулидзе, спасенные вами Зара и Антон выбрали мюзикл «Чес. Шахматы». Finding out.
ничья. Я не понимаю. Вы знаете, уважаемые телезрители, этот мюзикл долгие годы был запрещен в нашей стране. За что? Почему? Но у меня к вам вопрос. Вам Антон понравился как партнер? Вы знаете, Антон вообще для меня олицетворение мужественности. А Зара меня не перестает удивлять, потому что то, что я видела, что она делала в «Двух звездах», это понятно, она певица. Но здесь она для меня открылась совершенно с другой стороны. Я даже не представляла, что она на такое способна. И спасибо Антону, потрясающему Антону, который ее так поддерживает в этом. Прям молодец. Правда. Молодец. Спасибо. Был красавец. Спасибо. Молодец. Спасибо. Зара, Антон Сихрулидзе, Россия. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 6-0, 5-9. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,92 балла. Фарух, я не верю своим глазам. Когда закончился номер, поймался на мысли, а мне хочется еще продолжения. Где дальше? Мне хочется еще смотреть, следить за развитием событий, за тем конфликтом, который Зара и Антон сегодня показали. И мне очень хочется, чтобы они в дальнейшем еще продолжали нас также радовать вот таким же номером, который был сегодня. Мне кажется, это один из лучших номеров. Поздравляю, Антон и Зара. Браво. Ингеборга, очевидно, что Антон в этом номере был гроссмейстером. Да. А вот какой шахматной фигурой была Зара? Конечно же, королевой. Ты не понял? А как ты это поняла, Ингеборга? Зара может быть только королевой. Она сегодня нам это показала. То, что делали ребята, очень соответствовало музыке и теме. И раскрыли они это великолепно. И они сделали из, как бы для меня, очень трудной задачи шахматы на сцене, и музыка не самая такая, как бы, развлекательная, можно так сказать. Они очень точно сделали этюд, и очень, и в это влили эмоцию, что очень ценно. Спасибо. Конечно же, первый вопрос будет о номинации. Зара, видела, что ты переживаешь, даже бывает и плачешь на тренировках. И это понятно. И номинации, и физические нагрузки, и психологические нагрузки. Как ты справляешься? И вообще часто это с тобой? Да тяжело справляюсь. Нужно справляться с нервами, с волнением. Иногда получается, иногда нет. Ну нам можно, мы же девочки. Да, можно. Скажи, пожалуйста, Антон, герой шахмат, да, этого мюзикла, это тот самый гроссмейстер, русский гроссмейстер, который остается в годы Холодной войны в Америке, в Соединенных Штатах. Этот образ писался частично с Карпова, частично с Корчнова. Кем ты был сегодня? Я сегодня был партнером Зары, который тоже сегодня играл в шахматы на этой арене. Хорошо, спасибо вам большое, удачи.